При работе в мастерской возникают такие ситуации, когда на рабочем столе собираются вот такие вот разные опилки и металлические, и деревянные. Поэтому надо, чтобы не порезаться и не пораниться, нужно это все вовремя сметать на совочек. Чтобы не пораниться. Это наша безопасность. Все, Саня, молча. Теперь мы, так как мы отогнули вот эту кромку 8 мм, теперь нам надо отогнуть кромку 25 мм. И устанавливаем на роликовом листогибе на шкале 25,5 мм. Сейчас мы это и сделаем. Ставим 25. Так. Накручиваем. И теперь прикладываем к нашему металлу и начинаем отгибать уже кромку 25 мм. Чуть-чуть вот сюда наклони, ты же видишь, что вот так плохо видно. Вот так вот будет лучше. Вот я потом вырежу все. Вот эти крайние места, они так вот потихонечку поднимаем. Потихонечку. Ролик хорошо катает. Мы поднимаем. Не можно вот так двумя руками поднимать. Как. Ну, главное, чтобы прижимать полностью, чтобы у нас он не выскакивал с нашей линии. Вот. Ну так, роликовый листогиб никакой тяжелый. И надо понимать, что мы будем поднимать откибку 35 мм не под 90 градусов. А немножечко меньше, где-то на градуса 3. Вот таким образом мы это же потом будет фильм снят целый. Так, снимаем, поднимаем. Поднимаем медленно, потому что сразу поднимать не получится. Вот он уже чувствуется напряжением уже. Вот. 90 градусов, когда мы делаем. Вот все максимально. Железо все равно имеет столистость. Как мы его не будем гнуть, у нас все равно будет не 90, а 87 градусов. Ну, таким образом мы отогнули. И на этом, ну что еще можно? Можно руками еще подгибать чуть-чуть. Железо очень столистое, вот, руками не особо-то получается. Так. Ну вот так вот сбоку, если посмотреть, то оно получается немножко
Не совсем. Ну, попробуем сейчас еще роликом приподнять побольше. Получается лучше. Вот видишь, так как здесь уже этот не скошенный ролик, вот такая может быть дефект такой. То есть можешь даже с этим роликом немножко уже даже. Поэтому надо аккуратней. Аккуратней. Ну все. Эту сторону мы отогнули. Проверяем теперь по нашей так, снимается теперь вот так. Так, проверяем. Здесь у нас 25. Здесь у нас 8. Поднято. Отогнуто сюда. Все правильно. Теперь мы переворачиваем. И будем отгибать уже вот эту сторону, то есть справа, P-отгибка. P-отгибка у нас 45 мм. Итак, мы сделали нашу отгибку с левой стороны. С левой стороны у нас отгибка 35 миллиметров. Это отгибка Г отгибка. И теперь нам надо сделать отгибку на правой стороне. То есть отгибка у нас здесь большая, 45 миллиметров. Начинаем теперь отгибку, P-отгибку. P-отгибка у нас 45 миллиметров. Вот она. И у нас, соответственно, она находится вот здесь с правой стороны. То есть размеры у нас все на металле. Для того, чтобы нам не перепутать, не отогнуть неправильную сторону, мы держим нашу развертку против картины перед глазами. Переворачиваем нашу картину. И теперь мы ее немножко выставим, где-то сантиметров на 60-70, и закрепим, чтобы у нас она не болталась с правой стороны и с левой стороны. Берем теперь наш роликовый листогиб. Так, ставим, чтобы нам было понятно, какую нам куда сторону гнуть. И сейчас будем отгибать кромку 8 мм. Ну, по поводу отгибки есть разные варианты. Мы можем первый вариант. Мы можем сначала отогнуть, допустим, вот эту кромку. Ну, условно говоря, если у нас здесь ширина 45 миллиметров, здесь 25, здесь, соответственно, 20. То есть мы можем сначала отогнуть вот эту кромку, вернее, как, отогнуть сначала вот эту кромку наверх, полностью вот это, взять 45 раствор. Подняли ее, а потом уже отгибать 20 миллиметров. Давайте так и сделаем. То есть мы сейчас отогнем кромку 20,
45 миллиметров. Сейчас мы поставим на роликовом листогибе 45 миллиметров. Раствор возьмем. Вот так вот. 45. Так. И устанавливаем его на железо. Проверяем. Проверяем 45. Инструмент, которым вы работаете, вот сейчас он... ...45. Мы начинаем отгибать. Так, сначала мы отогнем. Правильно Александр подметил, что у нас на линейке был 1 миллиметр, сантиметр. 1 сантиметр у нас был отрезан. Конкуренты нам. Поэтому мы сейчас дело это исправляем. И чуть-чуть подальше, чуть-чуть подальше. Ролик или листогиб идет легко. Вот отсюда, ты видел, как я работал? Встаешь вот отсюда правой рукой и потихонечку вот так. Отлично. Можно одной рукой, можно двумя руками. Саня, ты как это самое, вот как. Вот так, как ты напряжен, так никто не делает. Делает вот так, вот видишь, правой рукой держишь. И постепенно вот так поднимаешь. Второй рукой держишься за... Ходи, бери. Берешь, левой рукой держишься. И постепенно наверх поднимаешь. Вот. Отлично. Отлично. Ну все, максимально. Максимально больше он не возьмет.